Дяди-тюти, здрасте. Вот с ситуевиной такой столкнулся, что не могу открыть. Забыл, что с той стороны ключ другой стоял. Ладно. Потом полез. Хорошо, что этот кабинет у меня. Ключ-то был. Взял углошлифовальную. Такой нож. И его чуть-чуть подточил. Тут самое главное по низу пропустить его и как бы подтолкнуть тот ключ хотя бы чуть-чуть. Вот вроде бы отошел. Это в том случае, если ключ не помогает туда его затолкнуть. О, открылось. Вот видите, чуть-чуть так подтолкнуло. Ой, я тоже начал нервничать. Ладно, такой способ, как открыть ключ, не знаю. Пригодится, не пригодится, но это как бы моя просто история. Как я закрыл сам себе дома и не смог открыть. Ну все, на этом. Спасибо, что заглянули. Самое главное, не болейте. Всем большущий приветище. Вот так по всей диагонали ваших мониторов. Пока.